из трех арий и трех речитативов. Сейчас я расскажу вам краткое содержание. В глубине долины, в тени кипариса, в пещере, где журчит вечно свежий ручей, богиня Диана с нимфами и зефирами вздыхала прохладу густых деревьев. Прекрасный юноша Актеон охотился со своими товарищами вблизи этих мест. Настал жаркий полдень. Утомленные охотники расположились в густом лесу, и юный Актеон пошел искать прохлады в долине. И на склоне горы увидел прелестный грот с журчащим ручьем. Подойдя к нему, он увидел сквозь деревья богиню охоты Диану, купающуюся в ручье с нимфами. Юноша отпрянул. Богиню никто не должен видеть. Но было поздно. Диана заметила юношу и впала в гнев. Кто посмел нарушить тишину леса и ее покой? Гневом сверкнули ее глаза, и она стала еще прекраснее. Его присутствие сразу поражает дрожащую богиню и заставляет смутиться нимф. О, этот счастливый момент извинений! Но растерянный Актеон, восхищенный этим зрелищем, ограничивается его созерцанием. В ответ на его наглость Диана в то же мгновение произносит свое проклятие. Она превращает его в оленя и возвращает своим охотникам. Мораль всего такова. Влюбленные, когда тишина и мистерии предстают вашим взорам, ловите мгновение, ибо ваша дерзость в том, что вы недостаточно дерзки.